841 многоквартирный дом с покатой крышей в Чебоксарах. Кафе, магазины и рестораны. Зимой их надо обходить стороной и смотреть не только под ноги. Сход снега и льда с крыш – одна из опасностей зимы. Сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства обсуждали, как убирают снег во дворах и на тротуарах в городах республики. Работу управляющих компаний проверяют регулярно. В Новочебоксарске с начала года составлено 12 протоколов. По правилам, сотрудники коммунальных служб должны два раза в сутки очищать снег и убирать тротуары. Раз в сутки посыпать территорию песчано-соляной смесью. В городе запущена акция «Стоп сугроб», где жители могут в режиме онлайн с фотографиями указывать проблемные места, на которые мы обращаем особое внимание. Это сосульки, наледь на козырьках, на крышах, на трубопроводах. На сегодняшний день задействовано 31 единица техники, 62 дорожных рабочих по уборке и посыпке улично-дорожной сети города. В Чебоксарах для уборки проездов к домам управляющая организация использует около 60 единиц техники, 23 ручных ротора, работают 1500 человек. В Калининском районе 25 единиц техники, 528 рабочих, в Ленинском районе 17 единиц техники, 455 рабочих. В Московском районе 15 единиц техники, 23 ручных ротора, 560 рабочих. Напомним, уже не первый год жители Чебоксара могут, не выходя из дома, наблюдать за работой коммунальных служб. На сайте администрации города Чебоксара размещена интерактивная карта, которая в режиме реального времени показывает снегоуборочную технику.